Впервые альпиниады появились в СССР. В 88-м альпинизм – это модно и престижно. У этого спорта своя философия и понятие. Тогда молодежь шла в горы массово, альпиниады были частью субкультуры. В Казахстане проводить альпиниады стало традицией с момента восхождения Нурсултана Назарбаева на пик Абая в 1995 году. Любая массовая альпиниада – это как раз привлечение большого количества людей, не знаю, к горам. Конечно, она смысловая, безусловно, и мы очень переживаем, чтобы все было нормально, иначе быть не может, потому что это все связано с именем нашего президента, президента нашей страны. Мероприятие будет проводить акимат города совместно с Федерацией альпинизма и скалолазания. Сейчас экстренные службы обсуждают все детали обеспечения безопасности. Я попросил бы всех предельно внимательно подойти и с чувством ответственности проинструктировать каждого сотрудника, который будет задействован на том или ином участке, чтобы мы не бегали, никого не искали, никаких у нас эксцессов внутреннего характера не было. Поэтому каждый руководитель подразделения несет персональную ответственность за личный состав, который будет задействован, за его инструктаж, экипированность и, соответственно, его физиологическое и моральное состояние. Напомним, принять участие в альпиниаде может каждый желающий. Кадыржан Мухатаев, Талап Сагимбаев, телеканал Алматы.